Шестая миссия «Платун. Бункеры вьетконговцев». 12 апреля 66 года. За целый месяц я не получил от Бет ни единого письма, и теперь мне кажется, что она в опасности. Сейчас малютке Томасу исполнилось около 6 месяцев, а он все еще не видел своего отца. Эти мысли пожирают меня, оставляя на душе маленькие шрамы. Я с ненавистью встречаю каждый день на поле. Я не могу расслабиться, лежа на своих нарах. Дела идут не слишком хорошо. НАФ и Вьетконг неустанно атакуют наши позиции, и обе стороны несут значительные потери. Я надеюсь, что тем или иным способом это окончится, но мне нужно повидаться со своей семьей. 7 августа 66-го. Выводить патрули и стрелять в гуков не очень хорошо для душевного спокойствия. С начала операции «Белое крыло» у меня было всего 2 важных задания, остальные были простым патрулированием в окружающих лесах, на рисовых фермах и деревнях до убийства гуков. Одна вещь бесспорна. У наших врагов кончается рис, так что если мы сможем контролировать пищу, мы сможем навязать им свое ведение войны. Именно поэтому наш взвод отправляется на следующее задание. Вчера лейтенант Уайтмор вызвал меня и представил план нападения на бункеры противника. Приблизительно неделю назад вьетконговцы ограбили деревню, находящуюся неподалеку, забрав весь хранившийся рис и пищу. Напуганные жители обратились к нашим людям, и теперь мы знаем, что рис хранится в бункерах по периметру массива Чу-Порк, вместе называемым «Долиной желаний». На этом задании наш взвод впервые разделится, так как в этих местах враг очень активен. Мы начинаем готовиться к нашему назначению в операцию «Поль-Ривер». Теперь слушайте сюда, парни. Недавно из этого района были нанесены мощные воздушные и артиллерийские удары, так что мы наверняка найдем в округе несколько военных объектов. Нам придется проверить весь район на предмет вражеской активности и найти рис, который они украли из деревни. Будьте очень осторожны. Если мы встретим вражеское сопротивление, мы запросим авиаудар. Вопросы есть? Хорошо. Тогда выступаем. Миссия, в принципе, довольно простая и короткая. Докладывает Лайонсдейл. У нас будет возможность вызывать авиаудары. То есть у главного героя готов начать. Есть такая способность. Три авиаудара мы можем вызвать. И вот как раз это и сыграть должно. Я готов начать. Ключевую роль в этой миссии. Возможность вызывать удар. Вперед! Развертываемся! Выходим вперед! Что на этот раз, сэр? Докладывает Лайонсдейл. Продолжайте движение! Сперва нам нужно осмотреть вот эту деревню. Падай на брюхо! Залегаем. Сейчас появятся вьетконговцы. Как пить дать? Какая-то какофония идет из музыки. Я не пойму, что за какофония? Да, это в игре. Ну ладно, сейчас начнется бой и... Враг в зоне видимости, сэр. Может, сменится. Так вот, вьетконговцы. Так, ну здесь нам авиаудар не понадобится. Так, сейчас еще появятся гуки. Ждем. Обнаружен противник. Вон они. Вот тут сейчас, возможно, скорее всего, даже понадобится вызвать авиаудар. Я готов начать. Можно, кстати, гранатами тоже пошвыряться. Давайте гранату кинем. Сейчас они остановятся. Какая большая задержка, зараза, конечно, у этих. Я готов начать. Бросок гранаты, большая задержка. Они появились, сэр. Так, опять кидаем гранату. Ну что еще надо? В принципе, может и без авиаудара. Пойдем. Противник открыл огонь. Конечно, авиаудар эффективнее. Здесь летают пули, сэр. Вы отдадите приказ, сэр? Мы уже потеряли одного автоматчика. Докладывает Лайонсдейл. Так, мы потеряли автоматчика. Докладывает Лайонсдейл. В принципе, все.
Вперед! Развертываемся! Сэкономили авиаудары. Заместо авиаударов у нас сапер кидал гранаты. Сейчас нужно подлечить. Стрелки к вашим услугам, сэр. Автоматчиков у нас есть. Медик. Помогаю там, где это нужнее всего. Лечим раненых. Врач идет. Раз, и вот второй. Пэтти идет, сэр. Залатали парней. Я готов начать. Теперь нам нужно осмотреть вот эту Продолжайте хижину. Движение. Санитар! Это просто великолепно! Надеюсь, это все? Они точно знали, что мы на подходе. Лейтенант Уайтмор, этот парень готов вернуться, чтобы надрать задницу вьетконговцам. Верните украденный рис. Докладывает Лайонсдейл. Я не понял, а он вроде погибнуть должен был по сюжету. Почему-то он не погиб, что ли, или что? Или мультик нам не до конца показали. Продолжайте движение. Хрен с ним, неважно. Давайте сматываться отсюда. Теперь нам нужно добраться в верхний левый угол карты. Продолжайте движение. То есть цель верните украденный рис. Продолжайте движение. Продолжайте движение. Если мне не изменяет память, сейчас вот оттуда полезут. Давайте заранее заляжем. Ложись! Вот оттуда в прошлый раз меня обстреляли. Обнаружен противник. Вот они. Продолжайте движение. Какая? Продолжайте. Стреляем, стреляем. Докладывает Лайонсдейл. Идем дальше. Продолжайте движение. Отбить атаку! Вперед! Развертываемся! А вот и они. Здесь летают пули, сэр. Падай на брюхо! Так, чуток вперед. Продолжайте движение. Вон они там в этой соседи. Отбить атаку! Так, можно гранату кинуть. Снова технические проблемы, сэр. Бонквейнай, бандун дожой! Такой... Пойдем найти Текута! Стрелки к вашим услугам, сэр! Бежим как ветер, сэр! В пути, сэр! Вот эта воронка, она тоже является укрытием. Пересеченное место с плюс 17. Замечен вьетконговец! 17 к обороне. Нам нужна помощь! О, черт! В пути, сэр! Докладывает Лайонсдейл. Там где-то есть враг. Ну давайте попробуем добежать до этой воронки. Там продолжайте залежим. Движение. Выходим вперед. Продолжайте движение. Нам нужна помощь. Продолжайте движение. Падай на брюхо. Здесь летают пули, сэр. Бонтюм да ношу. Вот эти куда бегут? Чего они хотят? Такой! Пойдем найти Текута! Так что там с автоматчиком? Вы отдадите приказ, сэр? Один тяжело ранен. Я готов начать. Вы отдадите приказ, сэр? Лечим. Обнаружен противник. Да что ты будешь делать? Вы задолбали. Вестпоинт — это самая лучшая военная школа. Я сейчас могу потерять...
Почему камера не двигается опять? Замечен вьетконговец. Блять, какой-то глюк, не двигается камера. Не двигается, не тут. Почему-то клавиатура и двигается, а так нет. Блять, не понимаю. Как-то выключил, что ли? Докладывает Лайонсдейл. У нас проблема. Вы отдадите приказ, сэр? Вот, начала двигаться камера, подглючивает. Нужна моя помощь, сэр. Отвлечем вот этого автоматчика. Все, залатали. Я готов начать. Вперед, развертываемся. Продолжайте движение. Продолжайте движение. Вперед, развертываемся. Продолжайте движение. О, тихо-тихо, бункер. Бункер. Ложись! Его нужно уничтожить. Продолжайте движение. Или нет, там никого выходим нет. Выходим вперед. Продолжайте движение. Оружие становится тяжелее, сэр. Ложись! Так, отдыхаем. Прекратить, парни. Что прекратить-то, я не понял. А, тут мины, елки. Здесь мины. Давайте сматываться отсюда. Так, значит, работа для сапера. Снова технические проблемы, сэр. Вперед. Да, больше таких нет. Вперед. Что, больше нет мин? Вперед. Видимо, нет. Я готов начать. Продолжайте движение. Вперед, развертываемся. Под обстрелом. Падай в грязь. Ух ты, как много. Дай мне танком. Как я видел. Противник открыл огонь. Только я крыл той. Нам крутой. Дум дай рой. Вы отдадите приказ, сэр? Так, убили. Нужно подлатать. Вест-Пойнт — это самая лучшая военная школа. Автоматчика одного. Что на этот раз, сэр? Какие-нибудь неотложные дела, сэр? Я иду лечить раны. Подлечили автоматчика. Я готов начать. И вот, в принципе, мы уже практически добрались до пункта назначения. Вперед, развертываемся. Там сейчас будет жесткая заруба, и вот там не нужно жалеть авиаударов. Они появились, сэр. Противник открыл огонь. Черт. Нам нужно пробежать дорогу. Враг. Здесь летают пули, сэр. Так. Мы могли бы отдохнуть, сэр. Помогите! Обнаружен противник. Вот сейчас нужно вызывать авиаудар. Вест-Пойнт — это самая лучшая военная школа. Так, авиаудар вот сюда. Но до него еще нужно дожить. Вест-Пойнт — это самая лучшая военная школа. Две секунды, одна. Сейчас будет авиаудар. Отлично. Сейчас будем еще один авиаудар вызывать. Я готов начать. Как только они остановятся.
Вызываем авиаудар. 7 секунд. Черт, с той стороны напали. Сейчас этот авиаудар пройдет мимо. Что, все? Кажется, все вьетнамцы кончились. Давайте сматываться отсюда. Продолжайте движение. Что у нас там с автоматчиками? Нужна моя помощь, сэр. Остался всего один автоматчик. Я готов начать. Но миссия, тем не менее, продолжайте движение. Пройдена. Мы должны узнать, откуда появляются эти вьетконговцы. Может быть, они выходят из-под земли. Давайте искать туннель. Спокойнее, лейтенант, послушайте меня. Попробуйте расслабиться и... Я так устал. Все, чего я хочу, это немного поспать. Дайте мне отдохнуть. Дайте мне поспать. Оставайся со мной, лейтенант, проснись. Тебе нельзя спать, не закрывай глаза. Поговори со мной. Мне... Очень трогательная сцена, миссия пройдена. У нас потери 5 автоматчиков. Ну и все, в принципе. Спасибо за внимание, уничтожено 35 врагов.